Так, друзья мои, решил я переписать свое художество, решил переписать новую дорогу с Титаника, города Силами, накопительную, до бывшего завода Пегельмана. Сейчас вроде не так трястись будет, тут опробовал другую штуку. Поехали. Это я сейчас буду ехать со стороны автостанции Титаник. Сейчас она заправки Неста называется, поехал я. Показывает дорогу. Вроде сейчас нормально все идет. Трясучки мало. Так, вот я выезжаю в сторону Нарвы, в сторону Пегельмана. Пропущу машинку. Включу аварийку на всякий случай, поеду медленно. Ну вот она, новая дорога. Сейчас она не так сильно колышется у меня. Протяженностью она 2 километра 300 метров. Это мы сейчас так идем вдоль основной трассы. Не знаю, как будет видно. Так чуть сделаю, так, наверное, лучше все-таки будет. И меньше трясет. Буду медленно ехать. Ну, вот так вот дорога идет. Здесь у нас была раньше дорога с правой стороны, выезд на главную дорогу. Теперь, короче говоря, засыпали ее всю землей и сделали здесь вот заезды, выезды. Остановка с левой стороны идет. Будет автобус останавливаться, двигающийся с Нарвы в Силамею. Сейчас мы будем подъезжать к профтехучилищу. Вот так вот с левой стороны у нас остается магазин Максима. Уступлю дорогу. Еду дальше. И вот я так продвигаюсь в сторону завода Пегельмана. Здесь у нас развязка интересная получится. А вот так раз автобус с Нарвы едет, видим, уже по этой новой дороге. Заехал, поехал дальше. По просьбе горожан, живших здесь, меня попросили еще снять дорогу 15-го поселка. Ну, к 15-му поселку, скажем так, от сангородка. Сейчас я это сделаю попозже. У нас там тоже виадук очень хороший. Вот. Я вам поснимаю с той стороны. Но сейчас намного лучше. Камеру чуть получше установил. Могу с вами разговаривать и заодно снимать весь процесс дороги. Это я сейчас в сторону Нарвы еду. Да? Сейчас опять поеду со стороны Нарвы сюда, к нам. Силами. Развернусь на поворот на кладбище, развернусь и поеду обратно, проеду по этой дорожке. Так, это я теперь со стороны Нарвы еду в сторону Силами, в сторону
силами в сторону Ихви. Ну, это у нас основная дорога, с правой стороны накопительная. Так, вот прошел накопительную и поехал. Еду опять же 40 километров в час, чтобы немножко получше было видно. Не знаю, как видно. Вроде сейчас хорошо видно, без всякой трясучки. Более-менее нормально. Вот такая у нас сейчас новая дорога. Накопительная. Я ее накопительно называю, а так я не знаю, как она называется, но сделана специально для того, чтобы выезд со дворов был более удобен, нежели чем на основную трассу выходить. Со двора вынырнул и поехал по этой дороге, скажем так. Здесь у нас островки безопасности сделаны такие интересные. Довольно-таки все здорово сделано. Да, ну вот что должен сказать насчет Сангородка, конечно, уже половина Сангородка как такового не существует, то есть хирургии там нет, терапия, не знаю, по-моему, тоже нет отделения инфекционного, нет роддома, нет, это тем, кто раньше жил, кто сейчас живет, тот знает, что сейчас там сделали реабилитационные центры для наркоманов, вот такое дело. Также сделали там один дом. Ну, скажем так, для психических ненормальных людей с небольшими отклонениями. И не знаю, что еще чего. Ну, вы сами мне напишите в комментариях, пожалуйста, что вот там еще у нас в Сангородке. Ну, знаю, что еще морг остался. Не очень хорошее заведение. Пусть и люди живут как можно дольше, нежели чем туда попадают. Вот. Напишите уж в комментариях. Будьте так добры. Хоть чтобы самому узнать. Вот из местных людей силомяются. Ну вот такая дорожка. И так вот она идет до автостанции Титаник. Я сейчас на автостанцию заеду, покажу. Там впереди видим комплекс строительный, уже развернут в полную, на полную катушку. Строят новый Максима, торговый центр XXL называется. Будет так, что-то я такое слышал там впереди. Ну вот сейчас мы подъедем к автостанции Титаник города Силомя. Титаник, почему? Потому что если вы посмотрите вид сверху на эту автостанцию, то он очень сильно напоминает корабль. Вот. Так-то не так сильно заметно, а сверху-то вот есть много съемок с дрона. И действительно, как кораблик получается. Ну вот я подъезжаю к Титанику, к нашему, к нашей автостанции. С автостанции можно уехать на Питер, на Таллин, даже можно уехать на Берлин и на другие, как говорится, эти самые, ну, города Германии. Ну вот я у Титаника. На этом я закончу временно. Спасибо за внимание.